На втором этаже реабилитационного центра Упа-Брюскин-Мукань есть деревянные, очень удобные кровати с удобными матрасами, на которых вы точно выспитесь, особенно вы это прочувствуете, если есть какие-то проблемы со спиной. Помимо удобства, здесь еще есть очень интересные функции. Например, можно вот так поднимать портики, как с одной, так и с другой стороны, в несколько положений. И они могут быть как асимметричными, так и симметричными. Особенно это понравится тем, кто едет с детьми, хочет, чтобы они спали на таких взрослых кроватях, но боятся, что могут упасть, ночью перевернуться, а здесь такого не будет точно. Ну и плюс, если, например, вам кажется, что кровать слишком низкая, можно ее подстроить под себя. Есть специальный пультик. И, например, можно поднять кровать на любую высоту. Но мне, наверное, столько будет высоковато, поэтому я чуть-чуть пониже сделаю. И можно, наконец, испробовать, что же это за такая удобная кровать. С прекрасным видом на зеленый лес, на озеро, на теплом шерстяном покрывале можно отдохнуть по полной программе. Ну, во-первых, можно просто лежать и чуть-чуть подстраивать себе угол спины. Особенно это удобно, если вы, например, захотите посмотреть телевизор или почитать книжку. А также можно еще и подстроить высоту спины, и чтобы ноги тоже были в расслабленном состоянии, чуть-чуть согнутые, и при всем при этом не прикладывать никаких усилий. В общем, полное спокойствие и удовольствие.